Прошу, ну, это человек, который не совсем, так сказать, владеет русским языком, но нормальный универсальный язык. Прошу вас объяснить за точки на прививках. Нож должен быть с какой стороны? У нас не знает сапожник. Сколько раз я говорил, за точкой на ту сторону. А действительно, и тогда я что придумал? Вот он нож. Это тот, которым пользуюсь я. Так. Теперь обратите внимание. Представим себе, что это камень. Посмотрите, это легко запоминается. Я другого способа не придумал, потому что на фотографии не видно вот этой вот кромки. Кромка с моей стороны. Вот, смотрите, я правша. Вот так нож держу. Потом повторите эти движения. Кромка с моей стороны. Я беру, значит, раз, так вот, и провожу под наклоном. Вот это есть заточка, видно? Надеюсь, видно. Это есть заточка вот кромки с моей стороны. С той стороны прямая. Вот и все. Теперь этот его сапожник, я ему написал, что отвечу на вебинаре, вот еще раз. Кромка с моей стороны. С этой стороны кромки нет. Вот так затачивается. Теперь сапожник. Вот это вот неплохой нож. Твердая сталь, прекрасно. Заточен практически на обе стороны, но такой острый, что и может даже прививки делать. Но все-таки вот такой нож. Есть ножи, они на самом деле эквилибровочные. Вот этот нож, он тоже, он играет двойную роль. Мне повезло, заточка с одной стороны, подправшу, так, вот. И видите эту пяточку? Эта пяточка специально для окулировки, раздвигать кору. Вот такая туповатенькая, но удобная пяточка. И вот эти ножи с этой пяточкой называются окулировочные. Окулировочные. И обязательно вот здесь на две стороны заточены. Тогда получается, пусть этот нож не окулировочный, но он тоже на две стороны заточен. Пусть такая кромочка, маленькая, но почти незаметная. Все-таки сапожник, который должен был бы переточить нож нашему товарищу, и ну, вот тут трудно нам назвать его имя и фамилию, трудно расшифровать. Значит, он попросит, и вот эта кромка, вот это должна быть с уклоном. Все. Как мог, ответил на вопрос, уважаемый коллега или дама, или кто. Фух, как мог, ответил.